От вегетарианства может развиться железодефицитная анемия – малокровие. Начинающих вегетарианцев часто пугают грозящим малокровием, то есть железодефицитной анемией. Однако, кроме мяса, печени, молочных продуктов и яиц, железом богаты апельсины, арахис, баклажаны, бананы, изюм, инжир, кабачки, капуста, клубника, клюква, кукуруза, курага, лук, малина и другие продукты. Но для того, чтобы железо из пищи растительного происхождения усвоилось, растительные продукты, богатые железом, нужно употреблять совместно с продуктами, богатыми витамином С. И всегда надо помнить, что кофе и крепкий чай подавляют усвоение железа.